Славянское радио. Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Ярославле 27 мая в день города с 13 до 18 часов на Первомайском бульваре пройдет книжный фестиваль «Читай, Ярославль», где участников ожидает обширная программа с настольными играми, конкурсами, викторинами вместе с библиотеками Ярославля. Мероприятие поможет открыть новые факты и страницы о ярославском лидерстве, первый русский театр, первая женщина-космонавт и так далее. Горожанам полюбилась акция непрерывного чтения. На этот раз вслед за некрасовскими героями будут размышлять на тему «Кому на Руси жить хорошо?». Здесь же будет развернут настоящий театр. Театр книги. А какой театр без скоморохов, любимых литературных и сказочных персонажей? Можно будет и на себя примерить роль книжного героя в шуточной театральной постановке. Любителей поэзии ждет серебряный микрофон. Здесь каждый может открыть томик стихов поэтов начала века и прочитать любимые строки. На ваш выбор созвездие ярославских имен. Михаил Кузьмин, Мира Лохвицкая, Мария Петровых, Константин Бальмонт. Кстати, в особый год 150-летия Константина Бальмонта, имя которого носит Ярославская библиотека номер 8, вас ожидает настоящая встреча с самим поэтом. И, конечно, можно будет собрать традиционную книжную полку. Что же советуют сегодня прочитать ярославцы? Искупаться в книжном море как раз и предлагает фестиваль разных событий и встреч, наполненных радостью общения и познания нового в себе, вместе с библиотеками Ярославля. В Санкт-Петербурге в Яблоневом саду дадут бесплатные концерты классической и джазовой музыки. До конца мая в Купчино будут проходить общедоступные концерты под открытым небом с участием музыкантов и солистов Мариинского и Михайловского театров. 31 мая состоится концерт «Мелодии о Петербурге». Большой симфонический оркестр Северо-Запада исполнит произведения русских и зарубежных композиторов, посвященные Санкт-Петербургу. Дирижер Лев Дунаев, солист Александр Маслов. Вход бесплатный. Адрес: метро Купчино, Белградская улица, дом 16, Яблоневый сад. Продолжим артефактами земель славянских. В Москве археологи обнаружили часть древнего некрополя времен Петра I. Белокаменные надгробия и фрагменты захоронений были найдены на улице Сретенки во время археологического мониторинга работ по программе «Моя улица». При замене коммуникации возле дома номер 20 в разрытой траншее обнаружили руины основания церкви Спаса Преображения в Пушкарях, а рядом с фундаментом церкви были найдены каменные надгробия. Одно с орнаментом в виде ленты с гранями и второе – фрагмент торца каменной плиты, которая стояла у изголовья. Ученые отмечают, что в этом месте с 17 века располагался храмовый некрополь. В чем же загадка древнего некрополя? Церковь Спаса Преображения в Пушкарях была построена в 1681 году. Через 80 лет была проведена крупная перестройка храма. К нему добавился южный предел, а колокольня стала выше на 2 яруса. В 1935 году церковь взорвали, а на ее месте построили школу. Фундамент древнего строения не уцелел после взрыва. А также некрополь, располагавшийся возле храма, оказался практически разрушен. Только в 1998 году при строительстве нового здания школы археологи нашли первые следы некрополя, в том числе человеческие останки, которые были перезахоронены.
Как отмечают столичные археологи, теперь удалось выявить еще одну часть утраченного древнего некрополя. Еще одной крупной археологической находкой стала деревянная мостовая, появившаяся здесь, по примерным оценкам, в XVIII веке. Мостовую, выложенную из 2-3 ярусов бревен, нашли на участке улицы рядом с домами номер 4 и номер 6. Также при раскопках грунта на Сретенке были найдены нательный крест, костяная пуговица, части керамических сосудов и монеты ручной чеканки. Все эти предметы датируют 16-17 веками. Они могут быть переданы для экспонирования в музей. Работы по программе «Моя улица» начались в Москве весной. Однако археологический мониторинг, сопровождающий благоустройство, уже помог выявить множество удивительных находок. Среди них тайная комната или слух в основании стены Китай-города, более 150 исторических предметов быта москвичей, обнаруженные в районе Лубянки, а также клад монет, спрятанный в шахматной фигурке времен Ивана Грозного, которую нашли на Пречистенке. Недалеко от курортного городка Белокуриха на Алтае археологи нашли древние мегалиты в форме дракона и грифона. Оказалось, что гранитным изваяниям уже 12 тысяч лет, и точно неизвестно, кто и зачем их поставил. Мегалиты были обнаружены в 20 километрах от Белокурихи на горе Мохнатая еще в 2013 году, но только в 2017 специалисты провели дополнительные исследования и теперь постепенно публикуют новую информацию о находке. Вес дракона, высеченного в скале, составляет 120 тонн. Исследователи считают, что памятники уходят в глубокую древность, но с какой целью они были установлены, в настоящее время неясно. Дракон, похоже, является самым старинным воплощением этого мифического существа на территории России. Ученые предполагают, что это уникальное сибирское изображение никак не связано с подобными китайскими. У мегалитического дракона выдающиеся черты, придающие ему схожесть с крокодилом или динозавром. Археологи подчеркивают, что сами по себе естественным образом они сформироваться никак не могли. Дракон состоит из 6 гранитных глыб, размеры которых варьируются от 1 до 2 метров в длину. Мегалит грифон напоминает мифическое существо с головой орла, встречающееся в скифской культуре Сибири, существовавшей около 3000 лет назад. Однако скифы столь монументальных скульптур не составляли, да и мегалиты выглядят значительно старше, чем известные примеры. Мегалит длиной около 6 метров и в высоту более 2 метров напоминает рептилию с выдающимися челюстями и глазом. При этом у него есть клюв и длинный зубчатый гребень. Его шея хорошо различима, а остальное туловище, возможно, скрыто под землей. Голова мифического существа обращена на восток и окружена другими антропологическими объектами, включая углубления, имевшие, вероятно, религиозное назначение. Других подобных мегалитов в Сибири еще не находили. Пока ученые не определят, какой культуре принадлежат изваяния, сложно будет найти ответ на вопрос, откуда они взялись и зачем. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Краснодаре всех, кто любит русскую культуру, кому интересен досуг молодежи прошлых столетий, приглашают на семинар «Ведущие вечерок и народных гуляний», который состоится с 10 по 12 июня 2017 года. На семинаре вы узнаете, что такое вечерка и как организовать ее в современном обществе, освоите базовые движения народного пляса, научитесь водить хороводы, проводить молодецкие забавы, бытовые танцы и кадрили, познакомитесь с играми, в которые играли наши дедушки и бабушки, когда были молодыми, и многое другое. А также вас ждут новые интересные знакомства, живописная природа, посиделки у костра и возможность раскрыть себе новые таланты. Адрес: Геленджикский район, поселок Возрождение. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. На спецкурс от ветеранов и бойцов армейского спецназа и разведчиков ВДВ приглашаются мужчины и юноши от 15 до 60 лет. В
программе курса «Огневая подготовка и скоротечные огневые контакты», «Тактика специальная подготовка», «Прикладной РБ», «Нож», «Психологическая подготовка», «Огненно-штурмовая полоса», «Первая медицинская помощь и эвакуация», «Выживание в экстремальных ситуациях», «Горно-высотная подготовка и штурмовой альпинизм», «Основы радиосвязи и радиообмена разведгрупп», «Инженерное дело и топография», ОФП, соревнования между разведгруппами по окончании курса подготовки. Курс состоится в Московской области в июле. Можно взять с собой сына или брата от 8 лет. Подробности в социальной сети ВКонтакте. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 23 мая, вторник, Заветы Ведрусов. Автор-сказительница Любава Николаевна Живая. 24 мая. Среда. Плоскостопие. Искусственно создаваемый эффект. Часть 2. Автор-сказитель Александр Владимирович Киселев. Начало эфиров 20 часов. Время московское. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. Программа «Стол заказов» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям 3, 12 и 20 часов по московскому времени. Напоминаем, если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Все нужно, все важно.